Самый женский праздник – День матери – отмечали по всей России 27 ноября. Наш город – не исключение. В администрации прошло торжественное награждение матерей города Рассказово. Во всем мире День матери отмечается во второе воскресенье мая. В России этот праздник взял свое начало в конце ноября. Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. По всей стране проходят торжественные мероприятия и социальные акции. Всех мам города Рассказово поздравила заместитель главы администрации города Вера Соколова. Уважаемые женщины, конечно, мне хочется пожелать вам, чтобы каждый ребенок, которого вы растите или уже вырастили, говорил вам ежедневно «спасибо, мамочка». Чтобы сегодня, пусть каждый скажет по ласковому слову, может быть, подарит по маленькой розочке или просто позвонит, чтобы вы знали, что вы всегда нужны и востребованы своим детям, потому что вы мама. Дай вам Бог здоровья, а тем, кто помладше и еще не осчастливился радостью материнства, я желаю как минимум по парочке детей. С праздником вас, дорогие мамочки! В этот день почетными грамотами награждали мам, чьи сыновья отдали свои жизни за родину. Концертная программа, как всегда, блистала своим разнообразием. Исполнением песни Олега Газманова Сергей Копненков поздравил всех мам. Мама, я по тебе всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю. Вокальные коллективы «Новый день» и «Сюрприз» порадовали гостей своим выступлением. Юлия и Лиза Першины предоставили зрителям целую сценку, сопровождающуюся танцем. Не меньше поразило выступление мамы и сына Натальи и Ивана Котовых. Мама – это главное, что есть у ребенка. Все тепло и уют семьи создает именно она. Как поется в песне, мама – это первое слово в каждой судьбе. Виктория Шишкина, Вячеслав Михайлов, Новости ТВ Рассказово.